власть произвольно выбирает, кого можно ухлопать. Тот, кто представляет реальную угрозу. Ну, узнать это можно постфактум только. Заранее, знаете, сложновато. Лучший способ предотвратить это – себя беречь. Это с одной стороны, а во-вторых, не отменять то, что ты делаешь. Ни в коем случае не следовать тому, чего они хотят, чтобы твой голос умолк. Потому что это и есть цель. Любая угроза убийства, она преследует не просто физическую страну, а прежде всего прекратить деятельность человека. Если человек самоустраняется из этой деятельности, общественной, связанной с оппозицией, значит, и так далее, то, собственно, не добивается своей цели. Угрозой или непосредственным физическим воздействием. Нужно продолжать делать то, что ты делаешь, потому что это единственный способ их обогнать. Да, чтобы режим рухнул раньше, чем они до тебя дотянулись. И это касается десятков людей за границей, им реально угрожает опасность, потому что режим не умеет по-другому себя вести. Он воспринимает